Всем предновогодний хай-фай! С наступающим Новым годом! Вы смотрите музыкальный интернет-проект «Народный махор», в котором мы ищем талантливых певцов. Главный приз у нас 200 тысяч рублей. Сегодня мы приехали в город Балашиху, ну или Балашиху, кто как называет, в ресторан «Чайхана Бай». Пойдемте скорее знакомиться с участниками. Спонсор проекта – Елинский пищевой комбинат. Пожалуй, лучшая тушенка и мясные консервы. Елинский. Мясо, что надо. Здравствуйте. Так, сегодня столько много людей. Все участники, да? Нет? Вот вижу, что Кирилл знает точно, да? Больше здесь Кириллов точно нет. Ольга. Очень приятно познакомиться. Ярослав. Так, я так понял, что болельщики, да? Да? Или нет? Или тоже петь будем? Нет. Мы оцениваем, да? И болеем. Все правильно. Я приехала поддержать. Сначала я знала, что у Ольги будет. Но очень хотелось Кирилла, потому что я его знаю еще по выпускам с Марины Селивановой. А вы же из народного жюри, я вас... Да. На выпуске Марины Селивановой была. И очень хотелось, чтобы Кирилл был. И когда он идет, я говорю, Кирилл, он говорит, а мне знаете? Я говорю, да. Значит, вы будете голосовать за Кирилла? Сразу выяснили, кто за кого, да. Так, а вы за кого? За Олечку. За Олечку, вот так. Вообще, сразу за двоих надо голосовать, чтобы никого не обидеть. А я сначала послушаю песни, а потом определюсь, за кого голосовать. Вот так вот все. Но нам нужно сначала выбрать эти песни, и давайте, кто у нас первый будет? Вот. Ольга показывает на Кирилла. Хорошо, Кирилл, идем к тебе. Ты не боишься, что ты будешь первый? Первому же сложнее. Ну, давай определимся с песнями тогда уж, раз первый. Ну, конечно. Ну, первая песня – это песня Вадима Байкова «На ордынке», а вторая – моя авторская песня, которая называется «Нежная». Ну, как здорово, у нас в последнее время все авторские песни поют. Это класс. Это мужественный поступок, я бы сказал. Почему-то многие боятся, так же, как и я, боюсь петь свои песни. Редко когда это делаю. Ну, ладно, поехали. Кирилл Жилкин, 40 лет. Женат, воспитывает дочь. Работает звукооператором в Щелковском городском парке культуры и отдыха. Закончил Волгоградский энергетический колледж по специальности техник-электрик. В настоящее время является студентом Волгоградского государственного института искусств и культуры. Энергетиком, несмотря на желание отца, так и не стал. Тяга к музыке и творчеству пересилила. Какое-то время выступал в ресторанах. Петь начал в детстве. С двоюродным братом Владиком даже давали концерты с входными билетами и буфетом, выступая на балконе дачи и исполняя первые собственные и не только произведения. В случае победы денежный приз потратит на творческое развитие, запись новых песен и их раскрутку. Я тебя провожаю по улицам длинным. Мы кружим по бульварам, как в зале старинном, каждый раз выбирая дорогу длиннее, потому что расстаться труднее, труднее. На ордынке, где фасады по старинке щурят маленькие окна на плафоны фонарей. На ордынке, ты растаяла, как в дымке, не оставив только эхо растревоженных дверей. Я тебя вспоминаю на улицах длинных, где с тобою кружили под серебряным ливнем. Там медленно в танце, доверясь друг другу, мы две птицы, летящие с севера к югу. На ордынке, где фасады по старинке щурят маленькие окна на плафоны фонари. Тревоженных дверей.
неон и фонарей. На дымке, на дымке ты растаяла, как в дымке, не оставив только эхо растревоженных дверей. На Ордынке. На Ордынке хорошая песня. Но проголосовать вы сможете на Махоре, на сайте махор.ру. Кирилл Жилкин. Но у вас еще есть время подумать, потому что сейчас он исполнит еще одну сольную свою авторскую песню. Я ищу тебя, поверь. Я так хочу любить. Постучаться в твою дверь и обо всем забыть. Каждый день я представлял встречи счастливый час. А такой, как ты мечтал, и он настал для нас. И набирая наугад знакомый номер вновь, я ощущаю, как заряд ударил снова в кровь. Так наяву, а не во сне, ответишь снова ты. И возникают предо мной знакомые черты. Нежная, 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 как мечта моя. Нежная, нежная, нежная моя. Нежная, 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 как роса поутру вешняя. Нежная, нежная, нежная моя. Проснувшись утром на заре, ты не спеши покинуть дом. Я так хочу тебя обнять, дела и прочее потом. Давай забудем обо всем и окунемся в мир любви. Нам хорошо с тобой вдвоем, как сладок этот миг. Нежная, 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 как мечта моя. Нежная, нежная, нежная моя. Нежная, 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 как роса поутру вешняя. Нежная, нежная, нежная моя. Нежная, нежная, как мечта
нежная, 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 нежная моя. Нежная, 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 как роса поутру вешняя. Нежная, нежная, нежная моя. Нежная, нежная, нежная моя. Нежная, нежная, нежная моя. Вот такой вот нежной песни Кирилл Жилкин просит всех нежных участников народного жюри проголосовать за него. Кирилл Жилкин, сайт mahor.ru. Голосуйте, возможно, он выиграет главный приз 200 тысяч рублей, который потратит на... Вместе поделим, да. Да-да-да, я же тебе говорил, поделим вместе. Ты что? Проценты не вопрос. Ты еще не придумал, да, я так понял, да? Не, ну, продвижение, наверное, да. А, все, я понял. Хорошо. Будьте активными, потому что самый активный пользователь нашего сайта получит приз от нашего проекта. На этом пока. До свидания. Увидимся на следующей неделе. У-ху-ху.